Привет, ребята. Продолжаем изучать шедевры советского легенького машиностроения, станкостроения. Нынче станочек такой вот на обзоре. Фуговально-строгально-распиловочный. Но, правда, у меня не все от него есть. Здесь вот крышку я снял, боковую показать. Автомат. Пусковая кнопка, вот, фиксирующийся. Автомат, правда, отключен, потому что вырубается. Но мне он достался уже в таком некомплекте. Вот. Движочек здесь однофазный, с пусковой обмоткой, 0,6 кВт, трехтысячник. И здесь вот так вот сделано, с натяжным роликом, два ремня. Алюминиевые такие шкивы, реально все, вот, 1:1, в общем, на рубанке получается 4500, но заводится, правда, долго, запускается долго, где-то секунд 20-15, ну, тяжело ему раскручиваться, конечно, ну, правда, не пилил я на нем, не знаю, как он с пилой, ну, вот распиловка у меня там другой есть, я его показывал уже, ну, вот так вот здесь вот, внутри 270 у него рубанок, нож, правда, на 250 стоит. Вот стол регулируется, вот тут конкретные пазы, вот она ручка, так вот крутим эксцентрик там тоже, ну, где-то порядка 3-4 миллиметров у него ход, может быть 3,5, но сделан, конечно, он конкретно, сделали его в городе Вильнюс, завод шлифовальных станков, 78-й год выпуска. Вот такая вот станинка, фрезой пройденная с раковинками. Но ничего, это все компенсируется толщиной самой станины. Но это, конечно, не вся толщина. Он потоньше, там где-то, грубо говоря, 12-й. Стенку нет, просто торец вот так. Ну вот он движочек. Шнур я, правда, заменил. Здесь был трехжильный. Он мне понадобился. Я сюда поставил современный уже двухжильный. Ну вот он движочек. Так достаточно для 0,6. Вот как будто бы вот, ну, размером с 2 киловаттник, это точно. Если трехфазный взять. Вот огромный какой. Видно относительно лапы моей. Ну вот внутри все так не по-детски сделано. Правда, рубанок прям почему-то, может быть, здесь чего-то не хватает, кажется. Были там дырочки. Здесь вот щиточек стоит, а от движка нету. Ну ничего. Вытряхивается он без дна, очень хорошо вытряхивается. Поэтому так построгал, поднял его, дунул, плюнул. И все, ну вот такой вот могучий. Тяжеленный он, кстати, страсть. Как минимум 40 кг в нем. Поэтому носить приходится порой вдвоем. Ну вот такой вот шедевр. Ну строгает хорошо, 4500 оборотов на рубанке. Рубанок двухножовый. Вот, ну достаточно. Если ножи остренькие, очень даже хорошо строгает. Немножко вот коротенький подающий стол, ну, видимо, для компактности сделано. Был бы вот такой же длинный, где здесь, по-моему, 350 длина у этого. Ну вот такой вот станочек, еще живой, вполне себе работает. Работает, кстати, очень долго, движок не греется. В общем, в принципе, хорошо наматан, хорошо сделан. Очень нравится. Ну, вот такие вот шедевры древнерусской архитектуры. Да, и тут стянут он тоже прутками такими, валами, по-моему, 25-й. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравится. Подписывайтесь. Спрашивайте, что интересно. Всем удачи, всем пока.